в России 21 субъект независимых республик, правда? А может ли хоть один субъект выйти из состава России? Нет. А почему Донбасс может? А из 100 народностей с лишним хоть один народ России был покорен без крови? А ведь когда-то и Новгород Великий был самостоятельным, а сейчас уже далеко не самостоятельный. Всюду и везде русский Иван приходил с мечом и убивал. Вот такая она свобода. А хоть в одной республике есть национальный язык, который является государственным. Нет, только русский. Как же так? А вот, к примеру, в Испании несколько языков официальных. А россияне еще хотят в Украине и в странах Балтии сделать русский официальным языком. А знаете, какая почетная обязанность у всех республик, независимых республик? Платить дань. Это самая главная обязанность республик. Единственное, кто не платит, это Чечня. Но они много за это заплатили. Очень много. Население территории никогда не приводит в пример себя. А кричат, вот там плохо. А штаты, а штаты посмотрите. А штаты живут и развиваются. Для того, чтобы жить человеку и всем вокруг было хорошо. А для чего россиянин живет? Для государства. Ну, еще для того, чтобы захватывать соседей, с оружием приходить. А для того, чтобы хорошо жить, нет, это не для россиянина. Назовите мне хоть одно место, куда пришла Россия, и там стало жить хорошо. Ни одного. Россиянин, включай телевизор, отключи голову и слушай Путина, который 23 года врет.